слышно, нет. И там, вдалеке, отблеск. После баньки такое блаженство на дождик выйти. Это просто космос. Но в последнее время какие-то неспокойные времена пошли. Каждую через 2 часа буду вставать. Вот и все. Всех приветствую, ребята. Пришел в землянку с ночевой. Сегодня у нас по плану банный день. Также покажу боеголовку, какая ко мне пришла. Позанимаемся деревяшками. Сегодня-завтра еле доперся. Капец, нас-то нету. Ноги все сырые, провалишься по колено. Рюкзак 150 килограмм весит. Так что ладно. Пойду сейчас дровишек надо заготовить. Уже сижу, полчаса отдыхаю. Спрел, уже в баню сходил, можно сказать. 10 раз. Все, друзья, развел огонь традиционно горелкой. Кто-то там в комментариях возмущается, что я пользуюсь горелкой, а не спичками. Смысл, друзья, возюкаться там, может, кремнями еще сидеть, там труд приготовить, как некоторые там для видео делают. Я так традиционно по-простому горелочкой просто разжег. Мне цирк тут не нужен, поэтому не вижу смысла возюкаться. Спичками, конечно, можно, когда вот газ нету или холодно на улице, не зажигается. Можно и спичками развести. А так проще и времени меньше затрачиваешь. Ладно, пошел дровишки заготавливать. Время 3 часа. На баню. Да на ночь. В землянку. Так, вот у нас тут валежина осталась. Хватит ее на все. Начинаем пилять. Ну все, дровишки в баньку готовы. Маленько сырые снаружи, но внутри сухие. Думаю, хватит нагреться. Сейчас на улице тепло. Плюс 6 сегодня на улице. Также в землянку все готово уже. На ночь хватит. Капец, время уже 5 часов доходит. Пока, блин, все приготовишь, заготовишь, время пролетает. Уже и в баню неохота будет, пока все сделаешь. Ну ничего. Сперва потрудиться надо хорошенечко, чтобы потом хорошенечко попариться, отдохнуть. Кстати, бревешки у меня уже тут высохли. Масочки порезать из них надо будет. Разудись плечо. Сейчас наколем дровишек.
закручена, что ли. А, внутри сухая, снаружи только подмокла. Так, ладно. Поприбираюсь маленько тут. Такое крупное. Генералить уже, когда снег сойдет, надо будет. Вот такая вот боеголовка ко мне пришла. Заказывал на Озоне. Это насадка на болгарку. Чаши делать. Куксы. Спасибо, там посоветовали мне в комментариях. 0,5 кило весит. Взвешивал ее. Такая блямба. Если она... Ну, она цельнометаллическая сделана. Никаких сварок нету, так что можно не бояться. А то, если такой шарик в лоб прилетит, то можно педали откинуть сразу. Ладно, сейчас поем кашки из банки. Вот так вот она приделывается. Каша гречневая с говядиной. Открывашки у меня нету, опять ножиком открывать. Третья закладка уже. Маленько длинноватый напилил. Там перегородка. Не дает. Приходится вот так вот поперек накладывать. Из этого много не влазит. Думаю, еще пару раз подкину, и нормально будет. Вот такие вот капы очищены, как ежики. Вот такой насадкой лучше пользоваться, чтобы с передачами была. У меня вот переключаются три режима на самой маленькой. На большой, если, не дай бог, завернет, то хана будет. Да и на сильных, быстрых оборотах точно редуктор хана придет, если биение есть. Короче, стругать стругает, но надо куда-то зажимать ее в тиски, чем-то зажимать, потому что в руках
лучше не держать в руках, опасновато. Если она ее выдирает, если выскочит и на руку, то до кости можно раскорябать ее. Здесь как терка, обороты тоже не маленькие. Так что ладно, начну как-то придумывать фиксацию. В гараже, может, потом сделаю. В принципе, насадочка неплохая, работает. Ну, давайте маленький-то постругаем, который на блюдо. Блюдце небольшое. Вот эта насадочка, эта-то. Насадочка как-то поувереннее идет. Ей не так страшно. Да и большой. Большую заготовку можно поувереннее держать. Хотя один раз тоже соскакивал по ноге себе. Поляшки раскорябывал. Ну вот, немного пыли, грязи и времени, и чашечка готова. Первую я запорол, просверлил насквозь, здесь тонкие места. Наверное, такие больше не буду собирать. Когда собираешь их, непонятно, вроде кажется большой, а когда очистил, он маленький, тоненький получается, я не знаю. Ну, под что такая вот пойдет? Какое-то украшение положить или для чего еще, не знаю, может напишите. Короче, забраковал я. И не глубокое, еще и продырявил тут в двух местах тоненьких. Вот, которая была потолще, из нее получилась хорошая чаша. Здесь донышко сделал. Такая здесь кто-то тоже обрабатывает, но я оставлю такую, естественно. Интересно. Прям космос, как обожаю дерево. Вот такая вот обалденная у него структура. Сейчас еще маслом покроем, прорисуется весь рисунок. Опа. Вот это просто вышка. У капа, конечно, даже красивее, чем у Сывиля структура. Обалдеть. Какая красота. Да ведь? Сейчас весь его покроем маслом. Надо поддать же жарку, а то воду так не дождаться. Баня уж скоро стопится. Так-то хотел на улице постругать, чтобы не пылить дома. И в землянке тоже не очень хотелось. Пылище капец сколько. Но на улице сейчас тоже в темноте не очень-то охота. Хоть и вроде диких животных нету, но у нас все равно на подсознании. Как будто, кажется, как будто кто-то там в темноте стоит. Сейчас тоже баню подкидывал, ходил. Иду обратно с фонариком. Свечу перед собой. И там вдалеке отблеск. Я же знаю, что отсвечивает в глазах свет. У людей, у животных, у всех. Глаза отсвечивают сами. И аж мурашки по коже пробежали. Потом вспомнил, что у меня там градусник висит на дереве, на кустах. А так, да, когда вот так в темноте иду, то в сторону еще посвечиваю фонариком. Если какое-то дикое животное будет стоять, то в глазах будет отсвечивать фонарик. И будет понятно, что там кто-то стоит. Ну так-то раньше не было волков
медведи здесь. Но в последнее время какие-то неспокойные времена пошли. Зверушки мигрируют. Ладно, ребят, сейчас травишек кольну, да пойду в баню уже, задремал уже, сижу. Водичка вроде поднагрелась, баня тоже нагрелась, там уже 60 градусов было, последний раз ходил. Скину пару поляшек. Одного хватит. Пожара. Друзья, я знатно попарился. Два захода. На два захода хватило. Там уже спало. Почти что до 70 разогрел в этот раз. Ощущается, что на улице тепло. Плюс 6. Летом там вообще, наверное, под сотку можно. Потолок бы еще утеплить. В потолок улетучивается много. Бездавать приходится почаще. На улице такой дождик моросящий идет. После баньки такое блаженство на дождик выйти. Вы не представляете. Я не знаю, камера записала, нет? Она что-то... сенсор тупить начал. То включалось, то выключалось. Короче, я не знаю, там кадры испортились, наверное, все. Как обычно. В бане что-то плохеет ей. Я уже там потом возле порога ее поставил, все равно. Тупило. Блин, сейчас бы чайку попить. Да у меня вода только осталась на утро, на утреннее кофе. Ладно. Полежу, отдохну. Что мы внизу сырые. Сейчас маленько повисели. Не высохли. Но придется в сырых спать. Без штанов. Думаю, как-то прохладновато будет. Как назло не одел подштанники. Носки, ботинки сейчас на ночь положу. Пусть сушится. Все насквозь. Весь день ходил с сырыми ногами. Так. Время у нас 11:30. Я уже полчасика полежал, подремал. Сейчас поставлю, наверное, картошку вариться на утро. Сейчас уже есть ничего не хочу. Сварю картошечки на утро. Так. Чашечка высохла. Лампочка села. Вот такая вот, друзья, структура у капа. Это просто космос. Надеюсь, камера передает. Красота. Если кому-то понравилось, как обычно, ссылка в закрепленном комментарии на Озоне будет выставлена. Ладно, ставим картошку варить. Трех картошин достаточно будет. У нас там
Вроде кончился, нет. Завод сегодня, кстати, разгуделся что-то. Вроде не слышно дождика. Времени уже много. Будильник сейчас поставлю. Каждую через 2 часа буду вставать. Посматривать картошку, да печку подкидывать. Что, ладно. Ночничок зажечь. Пусть лампочки заряжаются. Ладно, друзья, всем спокойной ночи. Буду отдыхать, ложиться. Только спать лег. Минут 10 прошло только. Какие-то шорохи там. Крючок закрылся. Пятнадцать минут прошло, вот после того, как я лег. Лежу еще, не уснул. И слышу, как будто вот метров 10-15 от землянки. Какие-то шорохи. Снег как будто шуршит. Капец. У меня по мурашке аж побежали. Ни разу не слышал, чтобы здесь зверушки ходили в мое присутствие. Так-то вроде больше не слышно. Что-то я спать перехотел. Завтра посмотрю, если может какие-то следы есть. Сейчас уж не пойду нафиг надо. На крючок закрылся. Я думаю, еще окошко надо завешать. Сейчас как-то некомфортно, когда окошко открыто. Еле-еле так слышно было, я сперва подумал, что это мыши ползут опять. А это все время здесь шуршат, когда я спать ложусь. Пошуметь хоть. Ладно, какой-нибудь фильмец посмотри-то. О, сон пропал сразу. Ну ладно. Съем огурчик один. И буду спать ложиться. Второй раз. Время уже
40 минут второго. Посмотрел фильмец и начал рубить. А утром уже с картошечкой, огурчиков поедем. Почти что высохли. Немножко еще влажновато. Погодка сегодня, блин, пасмурная. Шум этот завода, блин, птички чирикают. Этот завод все, весь кайф перебивает, поэтому я люблю больше в избушке находиться, потому что она подальше от города. Что-то он сегодня вообще разгуделся, этот Тарахтелов. Когда на озоне появится, да, про живицу спрашивают. Баночки я заказал сегодня, должны баночки прийти, стеклянные. Сварю, завтра у нас 27 получается. 27 можете заходить на озон. Наверное, ролик завтра и выйдет как раз. Ссылочка будет закреплена в комментарии. Ага, все понятно. До землянки 20-25 метров где-то. Вот здесь вот след. И вон там он еще. Походу косули грызут, что ли. Значит, косуля, наверное, приходила погрызть березку.
Чё-то рюкзак легче не стал, думал, на обратном пути полегче будет. Нет уж. Опа. Спасибо, избушка. Вот так вот, друзья, в этот раз попарились, ходили. Как-то раньше скептически относился к этим поясным ремням. Думал, от них особой пользы нету. Но когда вот купил рюкзак с поясным ремнем, скинул, больше половины груза, наверное, на пояс ушла. Намного легче. Вот так вот. Раньше-то ходил сюда с простым рюкзаком. Птички славненько так чирикают, но из-за этого завода вам не дать послушать. Ладно, потом забуримся, когда в леса. Там будет и природа, и птички. Все будет. Все, сейчас выдвигаюсь до города. Работы еще сегодня много. Всем спасибо за просмотр. Счастья, здоровья, друзья. Не болейте. И до новых встреч. Поперл я. Попер.